Хаги-ваги, поставь лайк за 3 секунды, чтобы я тебя не сожрал. Пора просыпаться. Ну что, у нас сегодня новый день, ничего нового не происходит, все лежат. Ну хоть кто-то поиграйте со мной, почему я такой одинокий? Никого нету. Может, тут есть? Тоже никого. Чёрт, как же скучно. Придется снова мне, наверное, идти ко входу и кого-либо ждать. Эх, блин. Так, шкафчик у меня нету, О, кстати, надо себе шкафчик подобрать крутой. Так, что у нас тут интересного вообще есть? Так, ну, как бы, пока что ничего нового, тут все залутано, понятненько. Эй, ты кто такая? Что ты тут делаешь? Тебе стоит уйти отсюда, я тебя вообще не знаю, я тебя впервые вижу. Ты кто такая? А я Фласочка. И что ты сюда пришла делать, я не понял. Я пришла украсть все игрушки в этом заводе. Зачем? Зачем они тебе? Я их буду продавать по завышенной цене. Чё? Я тебе не позволю. Даже не смей. Ты такой маленький. Как ты мне не позволишь? А у меня есть кое-что. Подожди тут, подожди. Так, знаешь, что у меня есть с собой? Ну, давай. Вот, показываю. Короче, смотри. Вот такая кукла у меня есть, она атакует, она будет ее атаковать. Еще есть вот такая куколка. Ну ты там скоро! Я уже скоро всех украду. Вот такая кукла Чаки и еще вот такие куклы. И их целых 5 штук. Вот, Мишка Фредди, вот эта кукла страшная очень, вот это 2 Чаки и вот эта вот кукла, я не помню, как она называется, ну, короче, кукла Вуду, все, и они будут тут защищать. Если что, у меня еще есть кукла, они все ее атакуют. Ну что, как ты там поживаешь? Я пришел наконец-то. Сейчас ровно 00:00 времени, и сейчас ночь. Ты ночью решил все украсть, но я-то не сплю. И где твой сюрприз, который ты мне хотел показать? А ты... нету сюрприза. Вот. Ладно, пока я пошла тырить все игрушки. Ты не туда идешь. Ну, ах ты, я запуталась из-за тебя. И снова же не туда идешь. Нет, только не туда. На самом деле, пусть идет. Молодцы, атакуйте, чтобы она погибла. Ура! И еще ты, кукла Чаки, тоже помогай. Почему ты стоишь? Она же сейчас это... Все, вы справились с ней. Больше она сюда не придет. Ну что ж, игрушки, молодцы. На сегодня вы свой долг выполнили. Теперь можете расходиться по домам. И вы тоже. Вы думали, вы справились со мной? А нет, получайте. Чаки, что-то происходит. Пожалуйста. Где еще игрушки? Нападайте на меня. Их больше нету. Иди, нападай. Все, теперь я краду. Не смотри на меня. Игрушки. Нет, пожалуйста, не надо. Так, быстрее игрушек ставлю. Игрушек, куча игрушек. Так, сюда. Обалдеть! На, получайте. Нет, осталось, я убила. Уходи, пожалуйста, не убивай. Они мне много стоят, уходи. Ты не мешаешь красть игрушки. Поэтому я их убиваю. Давай, нападай, куколка, пожалуйста. Больно. Ты в меня попала. Ты меня ранила. Так, ну все, игрушка. Конец. Слушай, тебе. Стой, не убивай. Давай я тебе проведу бесплатную экскурсию. Бесплатную экскурсию? Да. Я буду... Бесплатно? Да, я буду гайдом. Она вроде $3 стоит. Да, я согласна, давай. Можешь, я не могу ходить. Можешь меня, пожалуйста, подлатать? Найди нитки. Я тебя подошью. Давай, иди. Не тут, они вот там вот в начале. Вот беги туда. Так, у меня есть козырь в рукаве. В общем-то, вот такая вот кукла. Она ее точно победит. Вот теперь-то я победитель. Успокойся. Что это такое? Я не знаю. Забей, это просто баг игры. Так, все, подлатай мне, пожалуйста. Ладно. Блин. Иди сюда. Спасибо. Ой, ты меня чуть-чуть другими нитками подшила. Привет, а я Хаги-Ваги. Теперь у меня обычный голос, я подрос. Уху!
Ого, ну что ж, пора тебе провести экскурсию. Ну что ж, давай начнем с первых комнат. Давай. Вот тут. Так, 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 вот они шкафчики. Тут можно любой себе присвоить, если ты школьник и приходишь сюда на экскурсию. Мне нравится этот завод. Ой, блин, открывать здесь надо на кнопку и проходить. Вот так вот. Тоже смоги. Вот, теперь идем вот в эту комнату. Здесь у нас непонятно, что это такое. Впервые вижу. Выглядит страшно. В общем, смотри. Отойди, отойди. Назад, назад, назад. Если ты вышла из комнаты, слышишь вагонетку? А, да, слышишь. А если войти, она полностью будет двигаться. Вот, смотри, слышно, как она постоянно платье едет. Стоит. Где? Вот. А, да, реально, Sosom Music. А что вот тут вот вообще есть интересного? Да, я совсем забыл эту комнату. А я здесь... Не знаю, что-то нету ничего. Ну, редко, я редко сюда закажу. А, тут... это магазин. Ну, считай, да, кстати. Здесь а вот они, игрушки. Все, я их забираю. Не надо, нет! Ладно, эти можешь забирать. Главное, не забирай хаги-ваги все, похожих на меня. А то я с ними играю и дружу. А эти игрушки, да, они все равно пыляются здесь стоят. Мне как бы пофиг. Там еще наверху, но а потом... А я сказала, что я всех заберу. Нет. Без исключения. Да. Ну, блин. Ну, посмотрим еще. Мы это еще посмотрим. Она получит свое, она получит. Оп, оп, оп. Так, все, я пошел. Блин, я не могу достать их. Ну потом, давай на ресепшн идем. Там что, овечка бегает? Нет, это вагонетка. А, это вагонетка. Это специально в игре же, на фабрике код специально надо вписывать в другой стране. Нет. Я испугалась. А смотри, какие картинки, это хаги-ваги, это мы. Оцени. Очень красивые картинки. А вот так вот, видишь верхняя вон та? Посмотри, да. Какой очень милый. Милашечка. А я милый? Ты да, но ты плохой. Спасибо. Я неплохой вообще-то, ни капли. Я просто вау, люблю игрушки. Мне вот это очень нравится. А это кукла папи, папи, Роза. Как ты так? Или маг, я не помню. Ну, а короче, цветок. Такое? А здесь у нас это комната игровая. Вот. Ой. Ух ты. Ой, 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 ой. Там страшно. О, боже, мама. Выключи быстрее. Подожди, подожди, подожди. Так, сейчас я врубаю звук. Подожди, зачем настрою. Зачем звук врубать? А это прикол такой, смотри. Ты нормально вообще? Я вообще не буду сюда врубать. Да, дурашка, мне тоже страшно. Блин. Я эту комнату тоже не посещаю, потому что страшно вот это. Я думал, это не так страшно. Я подрос и смогу уже это принять. Ладно. Что дальше? Ну, что дальше? Фабрика, ну, нет, еще дофига тут всего вообще-то. Например... Ой. Мы же договорились. А что мы договорились? Ты вообще-то меня обманула. Ты сказала, то, что будешь... У меня ствол в руках. Ладно, не надо, все, все. Пожалуйста, не надо. Блин. Ладно, все. Я пока не буду тебя убивать. Давай пока. Сначала вот туда далеко пойдем. Пока. Там очень много. Не, не надо пока, даже потом не надо. Так, не... Ой, вот ну сюда. Ты меня обманываешь. А я про этот проход не знал, идем сюда. А что тут? Офигеть! Это Боже. Что? Это, походу, военная база какая-то. Это секрет. О, смотри, что это? Ну тут ничего нет. Это можно открыть. Ну вот. А вот это открой. Сейфы? В них ничего нет, но это секретно. А может там запечатано? Нет, тут ничего нет, я пробовал. Ладно, шучу, ничего не пробовал. Но эта фабрика, она очень странная, мы никак камень не сломаем просто. Все, уходим отсюда. Эта да, комната, я ее буду как бункер использовать. А теперь идем вот туда. Что у нас там? Что вот тут? Ну хватит ставить своих кукол! Ладно, я ладно. Я тебе еще такое, смотри, у меня ствол в руках, я могу тебе в любой момент выстрелить в голову. Да я помню, ну ладно, я просто пошутил, смотри, какая красивая кукла. Это у тоже меня я. Не забывай. Вау! Знаешь, как рисовка, как будто из Friday Night Funkin. Это и есть, это и есть, я-то разбираюсь. Пробовала играть? У нас на компьютере я все могу пробовать. Вообще что угодно играть. Мне вообще пофиг. Я тоже, и что? Ну ты крутая, конечно. А у тебя компьютер еще, наверное, лучше, чем у меня. У меня как на информатике в школе.
А здесь санузел, можешь тут справлять нужду. А здесь кубок стоит. Это все, что надо знать. Кубок? Так, запрем ее. И вот тут кучу кукол поставим. Быстрее. Ой! Что это такое? Кукла! Нет! Что вы убиваете? Мишка Фредди! Настало! Не стреляй! Слушай, последний... Я даю тебе последний шанс. Прячемся тут. Так, все, она меня не должна не заметить. Пронесла, пронесла. А куда он делся? Надеюсь, не заметит. Тут она меня не видит. Ой, ой, ой. Вот ты где? Я тут на меня не видела, надеюсь. Видела! Быстрее прячемся. Иди сюда! Эй, ладно. Я далеко! Ищи меня! Где ты? Я тебе таких пропишу! А ты был ты, значит! Ты обманщик! Получай! Бежим! Быстрее бежим! У меня закончилась перезарядка! Запрем ее тут. Быстрее застраиваем. Вот так. Вот крыса. Так, быстрее застраиваем. Я тебе сейчас дам. Быстрее. Нет, не стреляй. Прячься, Шишка, быстрее. Тебе капец. Нет. Все. Я больше тебя не жалею. Ты надо мной троллишь меня. Нет, не стреляй. На. 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 Не догонишь, не поймаешь. Как? Подсрачник. Все, все. Ну тебе подсрачник. Не убивай, все. Поглотаешь? Еще раз. Еще раз ты такое сделаешь. Я понял. Я тебя размажу по этому полу. Все, не надо. Все. Давай договоримся. Нет, не забирай. Что? Не забирай. А я сейчас заберу. Не надо. Я отстань, все, я забираю. Быстрее. Кукла, нападай на нее! Атакуй! Ты куда пошла? Бей ее! Боже, что это? Ты ее не сможешь убить, стреляй сколько захочешь, она тебя никогда не простит. Нет, у меня кончились патроны! Извинись, извинись, пока не погибла! Ладно, прости, пожалуйста, прости, пожалуйста, пожалуйста, прости! Прости меня! Не заберешь кукол? Нет, не буду. Вот и все. Теперь увиливай отсюда. Нет, мне скучно, поэтому ты должна быть со мной теперь. Что это? Я домой хочу. Нет, ты не хочешь домой. Нет, теперь, если ты пойдешь домой, то я вот это сделаю. Ладно, ладно, убери это. Убери это. Это ужас. Так, ну что ж, теперь мы пойдем играть в догонялки. О, в прятки, давай в прятки. Как тебе идея? Прятки? Да. Все, давай прятки. Я толстая, я никуда не влез. Да мне пофиг, все, прятки начинаем. Тут очень весело. Давай, 3 раунда у нас. Кстати, потом ты меня еще обязана подлатать. Не, один всё, раунд. Все, если я выигрываю, ты подлатаешь меня. У меня есть 3 минуты, чтобы тебя найти. Все, давай. Прячься, кто искать, кто виноват, кто не виноват. Мне вообще плевать. 1, 2, 3, 4, 10. Играй и играй, и не надо... Песен. Ха-ха-ха. Все, начинаем. Я уже иду искать. Так, где же ты? Я тебя очень быстро найду, не переживай. Да, все, я тебя нашел. Я тебя нашел. Все. Я не успела спрятаться. Давай теперь меня будешь подлатывать. Давай. Ладно. Ох, ну что ж, теперь я реально подрос. Боже, что с тобой стало? Лучше бы тебя не подлатывало. Я хаги-ваги. Кстати, мне надо теперь... Хаги-ваги? Так, прости, это проломать мне нужно. Спасибо, я не могла пролезть. Как же все-таки здесь неуютно. Еле прохожу. Ну ладно. Смотри, где я теперь должен быть. На выставке. Вот так стоять. Поняла? А, вот и стой. А я ключ, кукол стою. Ключ дарить. Эй! Так. Ну что ж. А еще? Нет. Знаешь, ты какой-то страшный стал. Мне с тобой неинтересно. Как это неинтересно? Приму. Ты какой-то страшный и скучный. Так, подожди-ка. Я в тебе души не чаю. Так, надо сходить, мне надо быстро отлучиться, подожди. Сейчас.
Ух ты! Оп! Так. Пока он ушел, потырю игрушечки. Где там? Оп. Это вроде оп. Где-то здесь. Да, 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 бегу, тот бегу, самый бегу, проход. Бегу, бегу. Сюда я буду складывать трупы. Бежать. Так, кукла, привет. Вы, короче, это знаете, сейчас то, что я теперь... Отсюда. Вас, вы, если что, будете нападать на меня. Блин. Вы кукла. Здесь тонны кукол. Это если что, боже, на всякий я случай. Застала. Так, все, запасы у меня кукол остались. Теперь надо вернуться и поставить еще здесь кукол. Это будет целый темпл, целый данж, где будет куча кукол. Куда делись мои хаги-ваги? Быстрее бежать, она куда-то сбежала, совсем офигевшая. Куда она убежала? Нет! Она убежала. Она меня оставила без кукол. Что такое? Этого не может быть. Как? Она ее забрала всех! Хаги-ваги! Коза какая! Ну ничего, в следующий раз когда-нибудь я ее достану. Ну что ж, надеюсь, тебе понравился этот видос и эта эволюция меня, Хаги. Поставь лайкусик на это видео, если тебе понравился видос. Подписывайся на мой канал и на канал Фласочки. И, конечно же, не теряй!